Друг о друге слышали от близких, но лично знакомы не были. История любви Александры и ее мужа началась на их малой родине, на Северном Кавказе. Моя мама и его родная тетя – лучшие подруги. Ну и вот они нас познакомили. Уже, соответственно, он приехал с СВО в очередную командировку. Ну и мы расписались, поженились. Год в счастливом браке. И вот девушка готовится к главному событию в жизни – первым родом. К выбору медучреждения подошла ответственно, приезжала на консультации. Когда узнала, что женам участников спецоперации в Одинцовском роддоме предоставляют палаты повышенного комфорта, решилась. Посоветовалась с мужем, как он сказал, решай сама. Ну, я ни грамма не пожалела того, что решила воспользоваться этой услугой. Новорожденную назвали Таисией. Молодой отец о рождении дочери уже знает, но сейчас он на задании, поэтому пообщаться по видеосвязи с супругой еще не удалось. А вот фотографию Александра ему уже отправила. Когда взяла, уже мне положили моего ребенка, мне на живот, я уже поняла, все плохое, все боли забылись, осталось только вот. Мой ребенок, мое чудо и все. Комфортные условия оценила не только Александра. В 2023 году в роддоме провели косметический ремонт. Заменили сантехнику, привели в порядок входную группу, обновили палаты и обустроили две семейные комнаты. Улучшили и оснащение. Теперь специалисты по полису ОМС проводят УЗИ-скрининг, на котором определяют пороки развития плода на 18-20 неделе. Раньше такое в Одинцово не делали. Теперь у нас в роддоме 100% всем мы делаем нейросонографию, кардиографию, УЗИ брюшной полости, почек. Часто мы выявляем порок развития у новорожденных. У нас наладена ТМК, телемедицинская консультация. Чтобы женщина могла смотреть, да, за ходом диагностики, то есть она лежит, мы ее обследуем, она все на экране видит. Кроме того, у будущих мам появилась возможность получить дистанционную консультацию специалистов. В ближайшее время должны поступить лампа для фототерапии, многофункциональная кровать и реанимационный стол. Мы получили кардиотехограмму для беременных. Ожидаем УЗИ-аппарат. Вот в ближайшее время мы получим их. Получим еще лампу для фототерапии у новорожденных. Реанимационный стол в ближайшее время мы получим, вот уже, вот должны привезти. И это еще не все. В рамках национального проекта здравоохранения в этом году оснащение Одинцовского роддома современным оборудованием продолжится. Василиса Ивашкина, Карина Яряшева, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».